Обвиняемый в мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей предстал перед судом. Сегодня Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело в отношении 56-летнего Роберта Ташкалова. Первое рассмотрение 6 марта этого года отложили из-за неявки подсудимого, который находится под подпиской о невыезде. Он предоставил справку о болезни, и заседание перенесли. Сегодня он явился в суд. По версии следствия, мужчина под предлогом получения займа на организацию производства композитных материалов похитил деньги двух инвестиционных компаний, а также обманул и физические лица. Все происходило в период с октября 2009 года по июль 2015. Являясь генеральным директором ЗАО ЯМТ Плюс, ЗАО ЯМТ, ЗАО Нуран и ООО Нуран Пласт, действуя из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ООО Татнефтехим Инвест Холдинг, ООО Химик, ОАО Россельхозбанк, а также троих граждан. Как установили следователи, подсудимому под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделяли деньги на строительство производственного комплекса. Однако на эти цели пошла лишь малая часть средств. Кроме того, согласно уголовному делу, обвиняемый взял кредиты и уговорил сделать то же самое сотрудников своей фирмы, обещая все погасить. Но обещание не выполнил. 5 миллионов его подчиненных выплачивают самостоятельно. Сейчас ему инкриминируется преступление по статьям мошенничество и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Сегодня подсудимому зачитали обвинительное заключение.